Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любитель карт магии и наслаждений. Давайте рассмотрим такой расклад. Как настроен мужчина на вас сегодня и в целом на ваши отношения? Потому что у нас мужчины такие загадочные личности. И нужно понимать, с какой ноги он сегодня встал. Ну, настроен тотально за вами следить. У него параноическое такое состояние. Он отслеживает все в ваших соцсетях. Кто вас лайкает, что вам пишут в комментариях, кого вы там, не дай бог, лайкнули, что вы выставили, какой статус. Он обязательно будет этот статус пытаться как бы применить к себе. Ну, то есть мужчина за вами следит. Он у вас чистой воды подкаблучник, и все отношения зависят, конечно, от вас. Вы им правильно рулите, нажимаете на те самые клавиши, которые нужно. Его заставляет это сидеть в воспоминаниях ностальгических, да, там плохих или хороших, но он в этом сидит. И он понимает, что вы разочарованы в нем, и не понимает, как ему исправить ситуацию, потому что мы умеем только косячить. Так. Как он настроен в целом на ваши отношения? Ему очень нравятся отношения с вами. Вы очень сердечная, душевная, добрая, отзывчивая. Умеете печь пироги, стирать, готовить, убирать, принимать, заниматься с ним сексом, выслушивать, понимать, прощать. Ну, то есть на ваши отношения он достаточно позитивно относится, положительно. Вы его очень привлекаете сексуально. Почему, наверное, там все вашу страницу уже до дыр рассмотрел, да? И он сидит сейчас именно привязанный к соцсетям, никого он не ищет, ни в каком поиске не находится, он вас реально сидит и ждет, что-то прям прилюбился, он надеется, что когда вы появитесь, он вас пригласит в ресторан и постарается исправить ситуацию, и вообще вы та женщина, о которой он мечтал всю жизнь, то есть дорогая, ухоженная. И очень много иллюзий у него по поводу ваших отношений. То есть он в этом во всем находится. И, естественно, он хочет страстной встречи с вами. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.